Добрый день, дорогие мои друзья, мои подписчики и гости моего канала. 2 мая. Приступаю к высадке рассады огурцов в открытый грунт. Сортовые надписи сделала на ложечках с внутренней стороны карандашом. Отлично. Не смывается весь сезон, и даже вот у меня и прошлогодние есть. Сейчас буду в огуречную грядку, где у меня редис и свекла, высаживать вот эту всю рассаду. Вот так я их сейчас разнесла. Густовато, но хочу попробовать в этом году так посадить. А то у нас на жаре печется все. А с этой стороны грядки будут у меня кукуруза и фасоль. Очень хорошие корешки у рассады. И вот они по два у меня посеяны. Пока срезать один не буду. Сейчас посмотрю после высадки, что у меня будет получаться. А потом один удалю. Вот так. Это за 2 недели, по-моему, они так выросли. Вот так все-таки удобнее носовок положить и опускать в эту луночку. Ну вот, 31 саженец, вернее, в общем, 31 штучку огурчиков я посадила. Вот, в редисочки пока сидят. Сейчас полью и укрою тонким укрывным материалом. Семена для посадки кукурузы вот у меня сохранились вот в таком состоянии. Первый раз так буду сажать. Интересно, что получится. Вот они у меня летом высохли. И всю зиму на улице, в общем-то, они у меня провели. Посмотрю, что получится. Вот так вот буду сеять в огурцы. В общем, фасоль покупная, магазинная. Вот это мне нравится, она такая плетистая. Насыпала уже кукуруза своя. И колышки, посмотрю, какой удобнее мне будет. Вот это все я в огуречную грядку двумя полосами. Двумя, а может, четырьмя, сейчас посмотрю, буду сажать. Вот надо было раньше мне это сделать. Вот взяла с нижней части семена и попробую экспериментально вот их в тряпочку заверну. Посмотрю, что получится. Схожие ли они. Вот так это удобно взрыхлять. В общем,
ближе к огурчикам полосочка будет фасоль, а подальше кукурузка. Азотосодержащие бактерии содержатся на корешках фасоли, для огурчиков очень благоприятно. Вот так делаются смешанные грядки или совмещенные посадки, их называют еще. Фасоль ближе к огурцам разложила. Кукурузу подальше. Заходите ко мне в гости, пообщаемся. Всегда вас рада видеть у себя в гостях. Отвечу на любой ваш комментарий. Всем всего самого доброго. Пока-пока.